Утром 10 октября водитель Opel Astra сбил девушку прямо на зебре на улице Тинтюковской. 26-летняя сыктывкарка получила сотрясение головного мозга, а также ссадины. Владелец иномарки рассказал, подъезжая к перекрестку с улицей Лыткина, он смотрел налево, пропуская поток автомобилей, и не заметил идущего справа человека. Невнимательность шофера и спешка пешехода стали причиной наезда на улице Свободы в тот же день в 6 часов вечера. «Лада Приора», двигаясь по улице Свободы со стороны улицы Интернациональной в направлении улицы Ленина, напротив дома 25 по улице Свободы, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина передвигалась в вечернее время, при этом у пешехода не было на одежде световозвращающих элементов. Пенсионерка получила ушибы колена и мягкие ткани лица. Водитель заявил, плохое освещение и ненастная погода сыграли роковую роль. Женщину он просто не заметил. Такое же объяснение дал участник третьего наезда на перекрестке улиц Ленина и Куратова. Там пострадала 20-летняя студентка. На одежде девушки также не было светоотражающих элементов. Четвертое ДТП на улице Оплесина спровоцировала сама женщина-пешеход. Пожилая сыктывкарка попыталась перебежать проезжую часть в неположенном месте, прямо перед «Ладой». В итоге получила травмы. Пешеход имеет право переходить проезжую часть дороги по линии тротуара, однако должен убедиться в безопасности совершаемого перехода. Поскольку в зоне видимости пешеходного перехода надо, конечно, было переходить дорогу по пешеходному переходу, но в данном случае водитель не обязан уступать пешеходу преимущество в движении, поскольку пешеходного перехода в данном месте не обозначено. По данным ГИБДД, виновниками аварии с участием пешеходов чаще всего становятся водители. По правилам дорожного движения шофер обязан всегда соблюдать бдительность на дороге, независимо от того, где он находится, на трассе или на оживленной улице. Впрочем, наездов также можно было избежать, если бы и пешеходы были поосторожнее. Необходимо остановиться, убедиться, посмотреть налево, направо, убедиться в безопасности своего перехода, убедиться в том, что его пропускают автомобили, и после чего приступить к переходу проезжей части дороги. Но и в темное время суток пешеходу необходимо на себе иметь светоотражающие элементы, которые будут заметны водителям транспортных средств в условиях недостаточной видимости, а также в темное время суток на неосвещенных участках дороги. Когда пешеход быстро выходит на дорогу, у водителя часто не остается времени, чтобы среагировать и нажать на тормоз. Поэтому перед пересечением дороги инспекторы советуют всегда оценивать ситуацию. Если до автомобиля меньше 50 метров и скорость он не снижает, лучше не рисковать, переждать на тротуаре. Автолюбитель будет, конечно, не прав, но жизнь дороже.